Так, отпуск подходит к концу. Вчера вернулись с Турции. И сейчас в лес с собакой гулять. Ну хорошо, погода. Еще даже незаметно. Изменений от осени. Тепло было. Все еще пока зелено. Хотя я уже вижу пару изменений. Как изменения либо. Вот появились эти ризеншермлинги. Или как там? Зонтик. Зонтичный гриб. В России так, кажется, называется, не знаю. Посмотрим. Сейчас покажу. Вот они. Они бывают вообще здоровенные. До полметра высотой ножка. И шляпка там, не знаю, метров 25, а то и больше. Ну и как я жарю. Как шницеля. Яйцо и сухарики и на сковородку. 3 минуты готово. Вкусно. А теперь пойдем на мои места, где я грибы собирал. Сейчас уже, я думаю, опять должен начаться. Сейчас посмотрим, что поменялось за 10 дней. Здесь 2 раза, говорят, хорошо, дождь прошел. Ну, посмотрим. О, на пню повысыпал. Ложные опята. Море. Ну, где ложные, там настоящие должны быть. Да, Кирюх? Собака радуется. Бегает. То есть на поводке возили. Сейчас можешь побегать, да, Кирюха? Да, моя хорошая. Да. Че, попозировать решил? Попозировать моя собака решила. Молодец. Че, не знаю, то не Ну вот они, вот грибочки. Конечно, такой не будешь. Вот мой пальчик, вот он. Будут скоро. Там, где в прошлом году собирал, ну здесь вот здесь сейчас скажу. Нету. Не знаю. Грибы уже давно идут. Перед отпуском я даже нарвал немножко, набрал. Но их почему-то нету. Так много, как в прошлом году. Хотя, говорю, условия и влаги, и всего хватает. Ну, надо, наверное, попробовать другие места. Под ним и тем же хожу. А в этом году их здесь нет. Ладно, пойдем дальше. А может, действительно рано. В прошлом году я их хотел собирать в конец сентября, октябрь, в ноябре даже еще. Были чуть ли не до снега, встречались. Может, просто рановато для этого. Хотя грибы уже есть. Есть. Сейчас пойду дальше. Посмотрю, где в прошлом году опята соберу. Опята. Ну, ложные опята есть. И нормально должны быть. Но сейчас уже здесь совсем рядом дошел. Кира пункты зарабатывает. Он сама на пенек залезла. Хочет, чтобы ее сфотографировали. Ну да, она привыкла. Сделает команду. Ее сфотографирует, потом вкусняшку получает. Вкусняшку зарабатывает, значит. Вот. Собака впереди, я сзади. Шлепаем потихоньку по лесу. Все, сделали еще пару фотографий. Против солнца. Такая небольшая дымка. Должно хорошо получиться. Ну и пойдем домой. Хватит на сегодня. 10 дней фактически не гулял. Только купался, долежал
на лежаке. Ножки немножко подустали. Отвык по лесу лазить, ходить.